Уважаемый Виктор Николаевич, уважаемые профессора, доценты, преподаватели и студенты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета. Поздравляю вас с замечательным праздником, Днем преподавателя. Вот уже более 130 лет ЛЭТИ идет в первых рядах научно-технического прогресса. Это целиком заслуга профессорско-преподавательского состава вуза, людей, посвятивших свою жизнь воспитанию инженерной элиты России. Благодаря многолетнему труду и прозорливости поколений педагогов университета, ЛЭТИ всегда достойно отвечает на вызовы времени, выпускает специалистов, готовых к работе на самых значимых направлениях науки и техники. Дорогие друзья, коллеги, преподаватель вуза – это уникальная профессия, которая сочетает в себе мудрость наставника, знание ученого и беспокойную креативность исследователя. Только с таким лидером ученики смогут превзойти своего учителя. Именно на это направлена деятельность всей системы высшего образования. Оценить такой труд по достоинству просто невозможно. Он заслуживает высшей степени уважения и почитания. Дорогие друзья, вам благодарен не только университет, но и весь наш город любимый Санкт-Петербург, вся наша великая Россия. Спасибо вам за этот огромный вклад, который вы вносите в развитие города и страны, за терпение и преданность профессии. От всей души желаю вам здоровья и благополучия, новых успехов, а самое главное – умных, трудолюбивых и энергичных студентов. С праздником, дорогие друзья!